В Сергиево-Посадском округе, как и во всей стране, проходят выборы депутатов Государственной и Московской областной думы. Впервые в истории выборов из-за пандемии голосование идет три дня – 17, 18 и сегодня, 19 сентября. Ирина Березина, председатель участковой избирательной комиссии 2782, расположенной в 5-й школе Пересвета, отметила сегодня особую активность избирателей. Сегодня активность несколько увеличилась. С чем связано? Наверное, привыкли все-таки больше в воскресенье голосовать. Но, тем не менее, и в пятницу, и в субботу народ шел. И хотелось бы отметить, в этот раз очень люди вдумчиво ознакомливаются со всей информацией, которая тут предоставлена. Очень обстоятельно изучают бюллетени. И, в общем-то, все проходит в спокойной обстановке. 1181 человек. Ну, у вас уже больше 50%. Да. Ну, народ активно, да, на эти выборы, поэтому ответственности подошли, идут. В школе в Пересвете проголосовал и олимпийский чемпион Александр Левков. Обязательно нужно проголосовать для того, чтобы те люди, которые пройдут на выборах, работали во благо жителей. И я думаю, что жителям это обязательно очень важно. После голосования Александр Левков отправился в 21-ю школу Сергиево-Посада. Там традиционно голосуют жители города, которые передвигаются на инвалидной коляске. Елена Туркина и Сергей Мишин. Доступная среда тут, можно сказать, обеспечена. Ну, не считая нас входных зон, немножко есть крылечки, которые так, если мы-то с приставками и широкими колесами проходим, а более мелкое колесо, конечно, нужно еще откидной порожек приобретать. Вот, а так все удобно, доступно. Там вот эти книжечки, сейчас вы возьмите, пожалуйста. Давайте. Каждый человек имеет право на свое мнение, на свою точку зрения, на... как говорится, то, кому, людям, кому он доверяет. То есть это обязательно нужно, потому что потом говорить, а за нас все равно все там решили, где что, ну так нельзя, надо все равно ответственность себя никогда не надо снимать. 21-я школа на Северном поселке одна из самых больших, да и жителей в этой части города много. Здесь работает сразу 6 участковых избирательных комиссий. Депутат Сергиево-Посадского окружного совета Олег Гаджиев также проголосовал на избирательном участке в этой школе. Каждый житель должен сделать свой выбор. Если он беспокоится за место, где он проживает, и хочет понимать, с кем работать, с каким кандидатом, с какой партией. Очень приятно видеть такую активность от жителей. Это лишь подтверждает, что им это важно, это нужно, и все на территории нашего округа делается правильно. Всегда хожу и буду ходить, пока буду жить, как говорится. Это наша позиция. Так как мы любим много сейчас общаться, говорить везде, высказываем в своих определенных кругах. Вот, а здесь уже мы как бы тайно выражаем свое мнение, услышав мнение там окружающих, СМИ и так далее. Я считаю, это нужно обязательно. Первый заместитель председателя Совета депутатов округа Константин Негурица традиционно голосует вместе с семьей. На выборы он пришел с дочерью и внучкой. В нашей жизни нам очень часто приходится делать выбор. Если так задуматься, мы каждый день очень часто делаем выбор в мелочах. А сейчас у нас есть возможность сделать выбор по-серьезному. И я вот и с внучкой пришел, чтобы она тоже понимала, что в жизни надо делать выбор, и надо всегда выбирать и отвечать за свои решения. А если не делаешь выбор, это тоже выбор не делать выбор, по большому счету. Но мне кажется, в нашем народе называется плыть по течению. У этого понятия не очень такая, я считаю, положительный смысл, да, вот, когда так говорят. В нашем округе работает 158 избирательных участков. Голосование идет до 20:00 вечера. Ирина Белякова, Илья Халяпин. Программа «События».